Сколько вы школ в детстве поменяли? 11. 11? Я с детства приучен. В университете, везде. Вам не хочется найти своих и успокоиться? Я нашел своих. Где они? В зеркале. Это правда, что ваша сестра была замужем высокопоставленным украинским чиновником? Когда она замуж вышла, он был переводчиком в аппарате Верховной Рады. А потом он дослужился до начальника. А вы получали зарплату в администрации президента? Ни копейки. На волонтерский? Я еще платил, как бы, да. То есть, платили кому? Ну, буквально в смысле, когда мне надо было распечатать документы, я печатал их за свой счет. Да, кто Залужного привел в офис как кандидата и благодаря кому назначили Залужного главком? Вы? Конечно, переломил ход. Я немножко понимаю в информационной войне. Есть области, в которых я не разбираюсь, так я не претендую. Но мне кажется, нет таких уже областей. Нет, есть. Но есть области, в которых я разбираюсь. Их немного, но они есть. Я знал сроки прекращения огня, предполагаемого. Встреча Зеленского с Путиным, прекращение огня. 9 апреля вообще был срок. Поэтому там реально оставалось 2-3 недели. По моим волонтерским сборам и в НЭСКам, как это, и донатам моим же. Я больше 22 миллионов уже к этому моменту гривен отправил своих личных денег на силы обороны Украины. И собрал больше 30. Ну, 50 миллионов – это как бы 1,5 миллиона долларов. Это большая цифра. Я же был одним из первых волонтеров вообще. Публично я чуть ли не первый призвал помогать армии с Краматорского аэродрома 17 апреля 2014 года. Вы с женой туда приезжали? Я вообще за женщин, я феминист. Когда секретарь Совбеза Данилов называет вас российским шпионом, что он имеет в виду? А где сейчас секретарь Совбеза? Он уже не секретарь Совбеза. Вы думаете, он за вас так пострадал? Я не думаю, но опыт показывает, что все люди, которые действительно со мной начинают бороться персонально, они почему-то плохо заканчивают. Это мы в область мистическую перемещаемся? Ну, как-то так оно работает, не знаю. Не знаю, но я много раз это видел. Я ничего не делаю, так с ними что-то происходит сами. Колдуете? Нет. Магия? Вообще ничего не делаю. Вообще ничего не делают. А счастье где? А я абсолютно счастливый человек. Не делай того, что ты не хочешь, и делай то, что ты хочешь. Два вида счастья. У меня есть и то, и другое. Более того, я добиваюсь всегда того, чего я хочу. Это еще дает очень сильное самоуважение, что ли.